отже, це організатори, люди, які опікуються такою річчю, як ярмарок України, координатор Алла Ричка та керівник проєкту Світлана Боброва. Доброго ранку. Доброго ранку. Як у вас настрій сьогодні? Понеділок, день важкий, всі сплять, всі змучені. Є у вас секрет гарного початку дня? Хорошее настроение, оно внутри человека. Вот он встает, и ему все равно, как бы, что происходит, и что может, ничто не может помешать быть ему в каком-то хорошем настроении. Это вы поняли про себя, я разумею. Да. Светлана, у вас есть? Каждый день что-то новое. Я, когда просыпаюсь, я понимаю, что я сегодня что-то узнаю, то, чего я не знала вчера. И это дает вот, открытое мое настроение, я этого жду, и я... Открыто ко всему. Ну так, це ж цікава думка, так? Тому що чекає цікавий день, так, чекає дуже багато позитивних емоцій. Ну, розкажіть нам, будь ласка, про ярмарку взагалі в Україні. Як, для чого існували ярмарки колись давно? Як ви починалися ярмарки? Ну, ярмарка України, вона, як проєкт, почався іменно з історичних даних, которую я нашла в лице Валентины Ивановны Лазебник, представителя исторического музея, которая и архивные данные, которые поведали о том, что на территории нашей Екатеринославской губернии, которая, кстати, была очень большая, и в ней сейчас как бы она была по размерам теперешних четырех областей: Запорожская, Херсонская, Николаевская и Донецкая. А вот это с таким удивлением я узнала, что вот такой вот был размер Екатеринославской губернии на самом деле. Ну и потому что было очень много природных климатических условий, они были разные и, в соответствии с такой большой территорией. И был большой объем продукции сельскохозяйственной, которая в нашей аграрной стране раньше продавалось, это все выращивалось. Треба было куда сдеваться. Да, и это нужно было делать. Мало того, начали образовываться заводы, и этих рабочих тоже нужно было кормить. Вот, начала развиваться промышленность, тоже как бы была нужда в том, чтобы их кормить и содержать. И поэтому это все выращивалось, животноводство развивалось, выращивалось птицеводство, и на территории губернии принято было решение губернатором о том, что место было даже заложено, настолько был большой объем этой сельскохозяйственной продукции, что город к тому времени учрежденный требовал некоего места. Уже все не помещалось. И это место было образовано на территории сейчас теперешнего исторического музея и Преображенского собора. Да, и Преображенский собор был освячен как раз на ярмарке. Все эти ярмарки были присвячены религиозным праздникам, они к ним подводились, и общественным праздникам. Поэтому народ приходил на эту ярмарку в нужде затовариться на зиму, все это приобрести на зиму. И они, как бы этот собор наш Преображенский, он был, значит, как бы открыт, просвячен на Петропавловскую ярмарку. И так случилось, вот как-то так получилось, что мы тоже открывали нашу первую ярмарку именно на Петропавловскую ярмарку. Как бы праздники, да. Це саме, я так розумію, що це відбувалося саме в липні місяці. Ми обов'язково про це дізнаємося. Дуже цікаво, бачиш, як прив'язка, да? Петропавлівський ярмарок. Ну, це моє теж свято, фактично, 12 липня, да? Тобто маємо з цим безпосередній зв'язок. І виявляється, що на теренах Троїцького собору відбувалася величезна, ну, фактично величезна ярмарка, яка охоплювала величезну кількість. Да? Будь ласка, давайте тоді, ну, якщо вже завели розмову про першу ярмарку України, яка відбувалася в липні, давайте про неї. Як виникла ідея її організовувати? Чи важко було це зробити? Адже перший раз завжди дуже складно. Перший раз дійсно дуже складно. Чому? Тому що він як би неізвісний предмет, чим займатися і як. Але благодаря тому, що наша команда розділила
вот, как бы, сферы деятельности, и мы занимались своим, как бы, точечно получилось, очень хороший получился результат. Об этом может руководитель проекта Светлана рассказать более подробно. Светлана, давайте рассказывайте, делитесь секретами, как с первого раза сделать успех? Вы знаете, это не только мы, это люди, которые нам помогали, которые сами являются производителями. Когда ездишь, путешествуешь непосредственно в наши села и фермерские хозяйства, и ты видишь, какой колоссальный труд, и видишь продукт, который неизвестен. И они дают тебе силы для того, чтобы их вывести непосредственно на рынок. Ярмарок — это платформа производителей к потребителям. И ты понимаешь, что ты можешь... И где-то берутся силы, которые дают как бы людей, которые могут тебе в этом помочь. У нас на ярмарке были представлены, первая ярмарка, были представлены производители в основном в Днепропетровской области. Вот. Процентов 80. Виробники чого? Продукты питания. Угу. Продукты питания, текстиль, гончарство. Продуктов питания – это сыры, сыродавленные масла, это мед, это колбасы. Вот следующая ярмарка у нас намеревается на 8-9 число. У нас будут представлены молочные продукты. У нас будет прекраснейшее сливочное масло, которое вкус давным-давно забыт, этого масла. А вот, будут йогурты, будут творожные массы. А вот, очень много уникального, которое... придется на вкус каждому. Также у нас будет не только именно вкусовая ярмарка, у нас будет много текстиля, я повторяюсь, будет много гончарных изделий, которые можно... Чем уникальна вообще ярмарка? Ярмарка уникальна тем, что можно прийти и приобрести продукт, увидев непосредственно производителя. И когда вы дома... Когда вы дома пользуетесь той же пиалой, тем же чашами, либо тарелкой, вы понимаете, вы видите, помните глаза этого производителя. Это настолько здорово. То есть, как бы у нас вообще идея ярмарка, чтобы она предоставить платформу непосредственно производителям на ежедневной основе в каких-то торговых центрах. Вот, это как бы мысли, желания, вот, чтобы это можно было приобрести ежедневно. Но ярмарка, повторяюсь, уникальна тем, что это можно именно общение с, непосредственно с производителем. А какая кількість учасників, ви знаєте? Я как бы думаю, что 60 минимум производителей, которые будут представлены вот именно 8-9 числа. Мало того, что мы как бы хотим сделать подарок, а вы когда-нибудь видели, как рождается нить? Нет. Приходите, посмотрите, это будет уникальное зрелище. А вот у нас будет кузнец, и сейчас ведутся переговоры с стеклодуем. Ого! Это интересно будет не только детям, это будет интересно и взрослым. Вот, люди приедут делиться своим мастерством, показывать в таких условиях, которых они никогда не представляли. Вот у нас очень много уникальных людей. И это возрождение давно забытых ремесел, которые были на нашей территории. И эти ремесла имеют место быть, и имеют место быть как историческая память. У нас должна быть эта историческая память. Мы ее очень много потеряли вот, в связи с нашими всеми событиями. И мало того, уже доказано, что натуральная одежда из льна, из этих нитей, она более экологически приемлема для людей, чем как бы синтетические нитки и ткани. Поэтому, ну, как бы все гениальное, все оно простое. І тому от ми до цієї геніальності народної йдемо. З приводу першого ярмарку, який проходив в липні місяці, чи все вдалося так, як планували, і які висновки зробили саме після того, як він завершився? Во-первых, ми не очікували, що настільки добре пройде, правда. Тому що це перший такий досвід. Ну, все вдалося, те, що ми задумували. Це найголовніше. Единственный вывод, который мы как бы сделали, это расширение. Расширение границ, расширение территорий, расширение ассортимента, расширение производителей. Приглашать будем других представителей других областей к нам. Вы знаете, мы открыты как гости радушные для всех областей, для всех производителей. И сами очень будем
приятно как бы удивлены и поприсутствуем в гостях у других областей. У других областей есть чему учиться. Они тоже имеют свой некий опыт, которым они могут с нами поделиться. Мы готовы для сотрудничества с бизнесменами, с городскими властями. Мы готовы с бизнесменами, которые могут помочь расширить украинскую кухню. Это отдельный разговор. Потому что, к сожалению, украинская кухня в нехорошем состоянии. Вот, по количеству тех объектов общепита, которые у нас сегодня есть, это очень мало. И хороший продукт, который производят эти, эти заведения, тоже очень маленький. Поэтому очень хочется расширить это. Товарищи бизнесмены, просто призываем вас, займитесь этим общепитом в лучшем его положении, в лучшем его состоянии. И будет счастье всем. Мы вспомним, что такое наша национальная еда, как часть нашей культуры. Це має бути як, якимось своєрідним брендом, правильно? Так якось представляють ту саму Петриківку. Ну просто це такий звичайний, да, по всьому світу. Так само по всьому світу, знають, борщ, вареники українські і так далі. Сало. З цього треба робити дійсно якийсь специфічний бренд ще більшого розвитку. Да? Ну, тут я... ну, тому що ми знаємо так якісь невеличкі частини, от, як ти говориш, угу, борщ, там, сало. А в нас же, у наших предків було дуже багато різних смачних смаколиків, які потрібно нам обов'язково відродити і спробувати. Так? Тому що наш край, він дуже багатий, не лише, як ви говорите, на гончарство, так, на різні вироби, але ж саме головне – це їжа. Тому що праця – працею, а їжа – їжа. Ми полюбляємо всі обов'язково. Тож це основна ланка, яку потрібно розвивати, я теж. От, до речі, з приводу їжі. Питання, да, говорите, що буде велика кількість молочних продуктів і інших продуктів, да, ну і, звичайно, там локації, якісь з фудкорду, мабуть, да, щоб теж люди могли... Абсолютно. Щодо контролю якості продукції, адже говорите, що це, ну, фактично, є приватні виробники. Як тут? Чи є це питання таким питанням з, не з подвохом, а, можливо, дуже важливим? Абсолютно, тут, як відбувається? Абсолютно правильный вопрос. Почему? Потому что качество продукции изначальное, которое там поставляется, мясо, там, овощи, фрукты, оно является для нас приоритетом. И поэтому мы связываемся непосредственно с теми производителями, которые производят это мясо, например. Угу. Как например. Они имеют документы, у них как бы это бизнес, но они не вышли на рынок. Поэтому мы их как бы уделяем этому очень большое внимание, качеству. Мало того, непосредственно на ярмарке у нас будут квалифицированные повара, у нас будет шеф-повар одного очень известного ресторана, не буду как бы говорить, дабы не было рекламой. Вот. То есть это профессионалы, которые будут следить как уже как, за продукцией, которая пришла к ним в руки, и уже будут профессионально ее готовить для того, чтобы накормить профессионально людей. Дуже смачно. Мені вже хочеться прийти досі подивитися і спробувати таке щось смачненьке. Тому що насправді історія це дуже багато для нас значить. Для тих, хто пропустив інформацію, 8 та 9 саме на День міста буде відбуватися ярмарок України. Це вже другий фактично. 5 хвилин залишається до закінчення ранкового коктейлю. Дякуємо вам за цікаву розмову. Дякуємо за те, що завітали цього понеділка до нас. Ну і обов'язково сподіваємося на швидку зустріч буквально за тиждень. Дякуємо дуже ще раз. Наразі нагадаємо, що у нас у гостях з вами були координатор та керівник проєкту «Ярмарки України», який відбудеться зовсім скоро в нашому місті. Це Алла Ричкова та Світлана Боброва. Дівчата, ще раз вам дякуємо і до нових зустрічей.